Вітаю, з вами Шах і Мат. Мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про поточну політичну ситуацію в Україні. З нами політичний експерт Андрій Клячин. Андрій Клячин – політичний експерт. Освіта – Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, кандидат наук. Протягом багатьох років є консультантом відомих політиків. Одружений, хобі, кіно, спортзал. Андрію, я радий вітати вас у нашій студії. Ну, власне, пропоную почати нашу розмову з такої не дуже веселої новини, але тим не менше її обговорює сьогодні майже весь вітчизняний політикум. Це смерть Євгена Марчука. Це перший голова СБУ, був прем'єр-міністром, був головою СНБО. Наскільки взагалі ця постать знакова для перших років незалежності України? Ну, якщо по 10-бальній шкале, то, скажем так, 9,99 или даже 10. То есть я не очень люблю таких пафосных фраз, но это действительно такой тяжеловес вот, украинской политики с начала обретения независимости, да, наряду с Леонидом Кравчуком, также, к сожалению, покойным Иваном Плющом, Леонидом Кучмой, пожалуй, Александром Морозом. Вот это люди, которые действительно ассоциируются так или иначе с началом и с основой украинской политики. Неплохой, нехорошей, такой, какой она была. Соответственно, кто-то более был ориентирован на экономические вещи, кто-то на парламентские, как тот же Мороз. А для Евгения Марчука это всегда была такая ниша силовика. И колишній останній фактично голова українського КДБ або перший заступник, да, він був омій. Наскільки я пам'ятаю, міністром оборони якесь время так, був. Так, це вже пізній Кучма, це 3-4 рік. Тобто ми можемо говорити о том, що цей чоловік займав силові должности в не самые простые моменты, то есть мы понимаем, что его туда назначали тогда, когда нужно было быть уверенным, что человек перехватит от предыдущего министра те проблемы, те моменты, которые необходимо решать. То есть, естественно, знаете, такой универсальный, авторитетный, глобальный для Украины, глобальная величина, то есть это такой политик, силовик, который при тех возможностях, которые были, он на самом деле демонстрировал достаточное спокойствие в любых ситуациях, он демонстрировал определенную даже мудрую гибкость. То есть, я не думаю, вряд ли уже кто-то помнит, но тем не менее 2004 год, Майдан, когда он на одном из телеканалов, не помню на каком, обратился к силовикам, сказал, что я знаю, что на Майдане сейчас присутствуют представители спецслужб в гражданском. Я знаю, что вы меня слышите, по-другому быть не может. Я бы убедительно просил воздержаться, сто раз подумать, от любых силовых действий, выполнения, скажем так, преступных приказов. То есть, когда вот... Ну, то есть, на тот момент... стримував ситуацию самой в 2014 году. Конечно, ну, в 2014 году, вы знаете, я думаю, ничье слово бы даже самого авторитетного человека не остановило бы те события, которые произошли. То есть второй раз такого мирного Майдана, как в 2004-м, ну, это было бы нелогично, да, то есть это было бы... Не бывает повторений. Поэтому в данном случае мы можем говорить действительно о том, что ушел, то есть уходит, на самом деле, плеяда политиков, которые... Мы еще много узнаем о том, какие вопросы им приходилось решать и в какой ситуации действовать. Потому что, я думаю, вот 90-е годы, начало 2000-х, формирование украинской политики и нахождение баланса между силовыми структурами, бывшими партийными лидерами, вновь зарождающимися политиками, вновь зародившимися бизнесами. Институційними якимись моментами, да. Тобто не було ж перші роки не Конституції, фактично, ну, була радянська, да, але вже в нових умовах фактично не діяла. Плюс формировались новые элиты, связанные с 90-ми годами, опять же, когда идет первоначальное накопление, когда бизнес сращивается с политикой. То есть это все такой котел, который
о котором мы еще много узнаем. Более того, на сегодняшний день я очень часто вижу, сталкиваюсь с ситуацией, когда и нынешнее то время оценивается с точки зрения вот там вот хорошие и плохие. Я думаю, со временем мы больше информации получим о том, что происходило, какие решения принимались, в том числе кулуарно, и почему они принимались. То есть, возможно, во многих ситуациях нужно было принимать решения неприятные, но при этом неизбежные для того, чтобы страна дальше продолжала существовать. То есть нельзя было, допустим, там, рубануть и отрезать там, какой-то вопрос или там, собственно, там, поссориться с каким-то политиком, который впоследствии оказался нам недружественным. То есть это та плеяда, которая работала вот в таких экстремальных условиях, при этом чаще всего руководствовалась действительно не эмоциями и даже не идеологией, а руководствовалась прагматизмом, да, прагматизм диктует что? Что нужно с врагом так или иначе, враг никуда не исчезнет, с ним нужно так или иначе договариваться на каких-то своих условиях. То же самое друзья. То есть, поэтому многие, я думаю, этих политиков не любят. Многие сегодняшние более молодые, скажем так, и эксперты, и там, активисты, и политики, много их будут критиковать с точки зрения, а можно было сделать резче и по-другому. Но на самом деле факт остается фактом. Это такая плеяда политиков прагматичных, то есть, которые наверняка, это, знаете, естественный отбор. На тот момент другие не могли бы остаться, удержаться, потому что слишком радикальные они были. Уже сошли на нет, мы о них не помним. Те, кто, скажем так, ультраконсерваторы, мы тоже как бы отмерли в политическом смысле, как динозавры, мы их тоже не помним. Кравчука, Марчука, Мороза, частично Кучму, мы помним, знаем. То есть это говорит о том, что також пару плюс... місяців тому помер Сленко, перший міністр да. закордонних справ. Плюс или мінус, это второй вопрос, но то, что это фигуры в украинской, новейшей украинской истории, это бесспорно, поэтому ну, в любом случае, когда уходит человек, любой, это жаль, когда уходит политик такого уровня, ну, можно говорить о том, что, да, опять же, громкая фраза «ушла эпоха», ну, уходит определенная эпоха. В том числе какие-то, мабуть, таймницы, да, с собой разом унесла. Какие-то, возможно, знаете, многие вещи где-то, возможно, зафиксированы. А многие, действительно, если он профи, а он наверняка профи, то многие, да, наверняка унес, потому что это как бы ну, правило, кодекс, многие вещи, которые не разглашаются никогда. Если человек этот, скажем так, выполнил вот эту вот присягу, ну, історикам буде тяжелее докопатися до істини, ну, по-своєму, він, звісно, прав. Так, ну, цього літа, до речі, от ми переходимо вже до 30-ї річниці Незалежності, яку будемо святкувати буквально за пару тижнів. Цього літа померли такі знакові люди для саме Незалежності на той момент, як Марчук, як Зеленко, останній міністр закордонних справ УРСР, перший Незалежної України. Однями помер останній член ГКЧП зі знаком мінус для проголошення Незалежності, скоріше було, але з іншого боку дало поштовх для тих центробіжних процесів, які відбулись, люди епохи пішли. І, власне, от 30-та річниця Незалежності України. Згадуючи і цих людей, і загалом ті події, які відбувалися протягом минулих 30 років, чи можна говорити, що у нас сьогодні вже склалась українська політична нація? Складається. Знаєте, є, возможно, тобто, я... Тобто це динамічний процес? Динамічний, але Україна, за що ми її, там, може, любимо, часто критикуємо ну, свою країну, наше государство, ну, це вполне естественно. Процес, у нас є определені унікальні черти, і нас постійно все-таки виходить так, що підталкує до більш радикальному рішенню так, багатьох питань, які, вроді би, повинні сформувати, згрупувати націю. Тобто через определенный надрыв, конфликт, да, когда что-то новое появляется, зачеркивая что-то старое. Ну, мы сейчас в философию углубляться не будем, в Гегеле известного о том, что так, отрицание. Но тем не менее, то есть, на самом деле я отрицаю отрицание предыдущего. То есть, когда вот попытка с чистого листа, но для этого для начала нужно зачистить предыдущий лист, а, соответственно, это люди, это их сознание. Знаете, человека можно заставить замолчать, но его до определенного времени нельзя заставить думать
и нельзя заставить обсуждать какие-то вещи, болезненные вопросы где-то не на публике. Это я говорю к тому, что вариант формирования нации исключительно, то есть давайте больше конфликтов, и тогда свои останутся с нами, а чужие будут там, условно говоря, побеждены, да, как бы исчезнут. Эта вещь достаточно, может быть, яркая, красивая, радикальная, но по факту так не бывает. Поэтому я могу сказать то, что несмотря на конфликты, благодаря конфликтам и без конфликтов, постепенно нация формируется. Есть люди, которые говорят, надо вот ускорять это резкими темпами, вот какими-то жесткими вещами, опять же, чтобы разделить свой чужой. Я придерживаюсь другой точки зрения. Более того, я фиксирую, что уже с десяток лет, не меньше, даже те, есть проблема, да, сомнения в том, даже среди граждан Украины, в самости, в субъектности украинской нации. Тем не менее, даже эти люди, даже эти группы уже формируют следующее поколение, а формирование нации — это следующее и следующее поколение. Своих детей в украинской школе, в украинских школах, осознанно с изучением украинского языка, украинской мовы, так с використаннями, ну, якщо не в побуті, то в професійній діяльності. Тобто, ну, самое главное ощущение того, что это моя страна, и здесь, может быть, не идеально, но здесь максимально хорошо, и есть некая перспектива больше, чем где бы то ни было. То есть это, возможно, рациональная вещь, не только эмоциональная, но она формирует вот этот костяк. Поэтому вот процесс не динамичный. К сожалению, мне кажется, что те конфликты, которые возникают, в том числе кровавые, они на самом деле не... Есть мнение, что они ускоряют формирование нации вокруг там, общего врага или вокруг там, еще каких-то вещей. Я считаю, что нет, что, скорее всего, на сегодняшнем этапе это все притормаживает, то есть это порождает внутренние конфликты в обществе и притормаживает объединение людей. То есть когда люди, объединение, когда люди бы в своем сознании, в голове, каждый бы понимал, да, при всех проблемах мы украинцы, это наша родина, куча людей, с которыми я не согласен, которые со мной не согласны, но как общность мы представляем некую ценность. А здесь мы уже внутри договоримся. Тим не менше, Андрій, я хотів вас запитати, от саме поняття політичної нації, знову ж таки, не заглиблюючись, можливо, так в історію, філософію, але це поняття, яке сформоване, якщо я не помиляюся, період Великої Французької революції, наполеонівських війн. От наскільки взагалі воно є актуальним сьогодні? Ну, опять же, не углубляясь куда-то в философию, так тяжело, я могу говорить о том, что в публичном поле, да, этот вопрос всегда будет подниматься, даже если, скажем так, он для кого-то будет неактуален. Поэтому мы можем говорить о том, что вы можете ощущать это актуальным, неактуальным, я, но это все равно в политике, в публичном поле всегда будет ставиться многим партиям во главу угла, это всегда, об этом всегда будут говорить, и, соответственно, все больше людей будет, ну, реагировать на это, в конце концов, голосовать или не голосовать, поддерживать партию или не поддерживать. Вот, поэтому в данном случае оно актуально, потому что это определенный тренд, да, который где-то его актуальность повышается, понижается, но это вот в публичном поле это будет постоянно актуально, и в связи с этим, как бы вы к этому ни относились, Илья, мы будем вынуждены свою позицию формировать относительно этого вопроса. Вот, соответственно, актуально в силу того, что об этом все время будет политики, руководители все время будут это создавать вот эту вот повестку дня, скажем так. Что касается буквально два слова действительно актуальности этого вопроса, да, особенно для Украины, понятие политической нации – это некая основа для того, чтобы каким-то образом жить, строить дальше свою жизнь. Да, то есть нужно, чтобы, знаете, есть понятие семья, там есть понятие дома. Да? Я думаю, когда мы ездим куда-то в отпуск, да, нам, возможно, хорошо где-то на море, где-то еще. Но мы приезжаем домой, нам, как ни странно, мы ощущаем, что нам вот здесь лучше всего. То есть это вот основа для нашей бытовой жизни, бытового ощущения, что все хорошо, вот наш дом, вот наша семья. В политическом смысле вот понятие «моя страна, моя родина» и вокруг политическое «мы едины» вот с теми, кто живет рядом, это очень важно для
того, чтобы принимать разумные решения, для того, чтобы, в принципе, адаптироваться к политической ситуации. Поэтому, возможно, это понятие кажется несколько виртуальным, но оно на самом деле определяет нашу жизнь. Вы приезжаете домой, вы понимаете, что вы дома. С другой стороны, что когда политическая нация, опять же, формируется специально с помощью конфликтов, вы не можете на лестничной площадке доказати себе, що квартира ваша конфліктує постійно з сусідами. Андрій, один момент. От скажімо, події 2014 року і події, що були і далі, да, от до сьогоднішнього дня. Чи сприяють вони формуванню політичної нації? Да, і був унікальний, в очередний раз ми можемо говорити про те, що був унікальний випадок в 2014 році, коли боротьба проти вибраного спільного зла, перемога плюс великою ціною крові, и ценой потом дополнительной крови и потери территории, когда это действительно людей объединяло. И президент на тот момент Петр Алексеевич Порошенко в предвыборной своей программе в том числе нашел правильные слова, которые потом в следующей его кампании уже не звучали, о том, что необходимо уважать всех по вот этим вот таким-то критериям и страну действительно, как это затерто уже говоря, там сшивать. Да? Соответственно, почему не удалось, почему я говорю о том, что идет медленно формирование политической нации? Опять же, сто раз названо разочарование в силу коррупции на самом деле, в силу того, что снова понадеялись, а люди, которые принимают ключевые решения, они все равно ставят, как в одном из старых советских фильмов было, там, исторических, ставят сначала себя, а потом страну. А не сначала интересы страны, а потом себя. Соответственно, на ваш вопрос ответ – да, это был импульс, который постепенно, к сожалению, гасился тем, что определенное разочарование, то есть должно формирование политической нации не может осуществляться только идеями, да, только пассионариями. Это всплеск, это импульс. А дальше должно возникать все остальные граждане, должны понимать, нам здесь хорошо. Поэтому мы за Украину, мы политически за Украину, за украинские интересы, мы един. А что для этого нужно? Для этого нужно, чтобы помимо яркой цели была нормальная ситуация в государстве. Экономично, в первую очередь. Да, когда можно было бы думать о чем-то высоком, пока вы голодны, вам тяжело думать о чем-то высоком. То есть вы должны чувствовать безопасность, пішли в якісь такі речі, можливо, не дуже конкретні. Я хотів про конкретні речі в контексті 30-річчя незалежності поговорити. Зокрема, вже десь півроку обговорюють питання Кримської платформи. Це такий саміт. От, власне, що це буде? І це в контексті 91-го, 2014 року, наскільки високе представництво буде цього саміту і чого від нього слід чекати? Чи можна чекати? Ну, подобные вещи. Это общепринято в мире площадка для нескольких сразу вещей. Для действительно имиджа государства или организации. То есть показано, что приезжают люди, которые... То есть вы не один. То есть приезжают на самом деле представители различных государств и политики, показывают тем самым, не заболевая в этот момент, да, там, не уезжая куда-то, что некая есть общность, Украину, там ее проблемы, в частности там, территориальные, их слышат. Второй момент – это площадка для действительно формирования определенного, я не скажу, что для выработки решений, но для понимания трендов. То есть там не будут приняты решения юридически обязательные. То есть там речь пойдет о том, что формируются у различных государств и Украина, в том числе определенные тренды. Давайте делать вот так. Мы, то наша, то, это наша позиция вот намеры будет конкретных кроков чекать на след, если они... Конкретные шаги, они могут быть постфактум, то есть когда сформируются вот эти вот позиции, то есть люди обменялись мнениями, и люди, которым прислушиваются, и от которых ждут сигналов, нечто сказали, это сигнал и для нас, и для, скажем так, вот
других государств, которые они представляют, что что-то каким-то образом надо двигать. На сегодняшний день, на самом деле, это такой определенный спасательный круг, в политическом смысле я имею в виду, возможно, там специалисты в международных отношениях, у них свой взгляд, спасательный круг для украинской власти, потому что, ну, я не говорю власти не с плохим, как бы, для Украины как государства, потому что на сегодняшний день, да, действительно складывается не самая лучшая у нас ситуация с, скажем так, международными партнерами, да, мы видим Северный поток, мы слышим американскую сторону, которая недвусмысленно попросила нас даже не критиковать этот момент, то есть это достаточно грубый сигнал, скажем так, резкий. Вот, мы видим определенные проблемы с нашими ближайшими соседями Молдавией и Грузией, я имею в виду не территориально, а во взаимоотношениях. Угорщина, Польща, також є певні проблеми. Да, то есть на сегодняшний день это такой и вариант показать, что мы еще, то есть Украина это субъект, вокруг которого собираются эти вопросы обсуждаются, и возможно найти некие точки соприкосновения, потому что если на сегодняшний день это действительно такой сбор самых-самых различных представителей различных государств для того, чтобы как-то чтобы продолжался диалог с каждым по-своему, чтобы продемонстрировать Украину как государство, которое проблемы которых остаются в повестке дня Европы в том числе, и что Украина продолжает быть, скажем так, суб'єктом цих взаємоотношень, учасником цих взаємоотношень. Ну, з ваших слів виходить, що фактично проведення саміту, подивимося, як там буде за підсумками, що буде далі, да? Але сам факт – це, скоріше, така іміджева річ. Которая будет иметь, возможно, будет иметь вполне реальные неимиджевые последствия, но начинается все в любом случае, политика, сфера публичная, то есть все начинается на самом деле действительно с имиджа, то есть когда есть люди рукопожатные, нерукопожатные, с которыми можно договориться, с которыми нельзя, которые в принципе будут иметь с вами дело и какое-то, либо нет, поэтому эта вещь имиджевая не значит воздушная, это вещь, которая необходима для, ну, опять же, слово такое, перезагрузки, вряд ли перезагрузки, но для сохранения коммуникации с остальными странами, потому что никуда не девается наш северный сосед, никуда не девается стремление все-таки распространить на нас свое влияние. А с другой стороны, определенно идет похолодание в силу. И мы в этом частично виноваты, экономические взаимоотношения между странами виноваты, но тем не менее. То есть необходимо снова собраться с условными партнерами. Другое дело, какое будет представительство, то есть это тоже очень важный момент, то ли это будут 10-й заместитель. Ну, вот, скажем, по США мы знаем, это будет министр транспорта, например. Да, вынуждены признать, да, значит, но опять же, тут скорее не обижаться надо, а задуматься в очередной раз, а почему. Не, ну, достаточно ведомый, до речи, политик в Америке, но тем не меньше. Ну, когда-то Обама приезжал в качестве сенатора. В Донецк, да, да. До речи, еще до Киева не помню, в Донецк точно приезжал. Да. То есть, да, на сегодняшний день ситуация непростая. Поэтому вот этот момент, он, ну, скажем так, он не специально придуман. Специально придуман, это если бы у нас были проблемы, мы специально придумали этот саммит. Нет, но это вот такая площадка, заранее подготовленная. И на сегодняшний день она проходит в ситуации не дружеской встречи, да, вот когда собрались, скажем так, на высоком уровне потусить. А это действительно майданчик, то есть площадка для работы украинских дипломатов, политиков для того, чтобы как-то, ну, остановить то, что распадается. А действительно распадается, у нас ухудшается по разным причинам, это культурно говорится, но тем не менее ухудшается по разным причинам отношения именно с європейським вектором нашим, от з партнерами. До речі, щодо європейського вектору, в тому числі Андрію, от, і щодо зустрічі, от тема Донбасу, якщо говорити, на жаль, ми розділяємо Крим і Донбас, це об'єктивна реальність, але тим не менше, з точки зору юридичної, це все-таки територія України. От щодо Донбасу і можливої зустрічі, знову ж таки, вже кілька місяців обговорюється доцільність чи недоцільність нормандського формату, зустрічі у нормандському форматі Франція, Німеччина, Україна, Росія. Чи можливий він і чи потрібен він? Андрій, ми з вами, от, знаєте, може наша предыдущая встреча, так, ретроспектива, у нас все время этот вопрос. Я, к сожалению, вынужден констатировать, что
заморозка конфликта с время от времени обострения в силу того, что что-то случается в политике, да, вот что-то происходит, Россия что-то хочет показать, или там заморозка конфликта – это пока что объективная реальность. То есть мы с вами сейчас говорим не о дате встречи в нормандском формате, не о самом нормандском формате, а о том, а целесообразен, то есть, заметьте, мы уже с вами сам нормандский формат заморозили, то есть мы с вами говорим, а может будем встречаться, но если встречаться, то стоит или не стоит, знаете, это когда называется, ну, три раза приглашают. Якісь великі надії покладав на те, що був у 19-му році, у грудні місяці ми побачили, що фактично ні до чого він не привів. На самом деле мы очень много экспертных мнений было по началу нормандского формата, по минским договоренностям. При многих словах все равно всегда у всех прорывалось, что там предусмотрены вещи, которые Украина и Россия понимают абсолютно по-разному, и договориться по ним на сегодняшний день невозможно, потому что это не просто они по-разному понимают, у них разные позиции вообще. То есть для того, чтобы договориться, нужно, чтобы кто-то уступил, и мы когда-то с вами об этом говорили. А если стороны не настроены уступать, то кроме как заморозка, это даже это не решение, это объективная реальность, которая на сегодняшний день, будем смотреть правде в глаза, говорит о том, что решения проблемы в сегодняшней конфигурации, его нет. Либо оно очень плохое для, либо очень плохое для Украины на сегодняшний день, потому что никакого Путин, Россия взяла и отдала на наших условиях наши земли, это, во-первых, ждать не приходится, а во-вторых, я подозреваю, что ситуация на неподконтрольных территориях, мягко говоря, не настолько благоприятно для Украины, чтобы семья братских там, городов, да, вернулась, и мы там обнялись тоже. Поэтому на сегодняшний день замороженный конфликт – объективная реальность, которую нужно, можно там, соглашаться, не соглашаться, но мы вынуждены это принять. Андрій, ми починали нашу розмову власне з тих постатей, що були у 90-ті, що творили політику, говорили трохи про 90-ті. У нас лишається буквально півтори хвилини, але не можу не задати питання. От ті 30-річчя, і в першу чергу і 90-ті роки, і те, що було в 14-му і після, чи можна вважати от станом на сьогодні, на 21-й рік, що цей час, ці десятиліття, це час власне втрачених можливостей? Нет, я бы так не сказал. Многие считают потерянными возможностями то, что мы в 90-е годы... Буквально пивку. Да, в 90-е годы, начало 2000-х, выбрали сразу европейский вектор, сразу, то есть можно долго дискутировать. Это было... Если бы нас хотели там видеть, нас бы там уже видели. Поэтому нет, это не потерянные возможности. Другое дело, что мы не смогли, к сожалению, воспользоваться моментом стабильности международной, там, конец 90-х, начало 2000-х, для того, чтобы... скажем так, полностью сформировать политическую нацию. Но нет, это последняя надея фраза. Есть. То, что вы там в 20 лет недельку потеряли, гуляя с друзьями, вы не потеряли возможность. Андрій, часу вже немає. Зовсім немає. Я дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з політичним експертом Андрієм Клячиним. На все добре.